Децентрализованное приложение для управления акциями компании запускает свое ICO. Запуск токен-сейла проекта Aragon назначен на 17 мая. Aragon стремится убрать посредника при управлении компанией, что должно облегчить процесс получения выгоды при потреблении ресурсов для создания продукта или же предоставления услуг. Луис Куенде, один из самых молодых предпринимателей в мире, является сооснователем проекта.